Господи, помилуй, о еже не спаслатися, благодать и избавление, благословение Иорданову, Господу помолимся. Господи, помилуй, о еже прийти на воду сию чистительному присущественной Троице действу, Господу помолимся. Господи, помилуй, о еже показатися отгнанию всякого навета, видимых и невидимых врагов, Господу помолимся. Господи, помилуй. О еже достойному быть нетленного царства некрещаемому, Господу помолимся, Господи помилуй, о еже избавитесь ему же и нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся, Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, и сохрани нас, Боже, Твоей благодатью, Господи помилуй. Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим Тебе, Господи. Сейчас мы возьмем святой елей, то есть оливковое масло освященное, добавим воду, что масло – это символ милости мира. Омим, аллилуйя, 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 аллилуйя. Благословен Бог, просвещая, освящая всякого человека, грядущего в мир, ныне и присно, и во веки веков. Помазуется раб Божий Ростислав, елеем радования, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во исцеление души и тела, слышание веры. Ручки на ножки снимайте, уже забирайте. Да, да, ручку, да. Подожди, да, да. Все. Руки твои, сотворись тебя и создаст тебя. Вы же ходите ему по стопам заповедей твоих. Выберите Людмилу свечечку, возьмите. Александр, дадим крыжу. Снимаем. Да. Я тоже месяц. 14 декабря у меня родился. У вас когда? Я вас видел в доме. Да. У вас родился ребенок? Да, я уже пятый. Крещается на каждое погружение, говорим аминь, да? Крестный. Крещается раб Божий Ростислав во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святого Духа, аминь. Обращается раб Божий Ростислав в ризу правды во имя Отца и Сына, и Святого Духа, аминь. Ризу мне подашь свету, родняйся светом я под ризою, много милости во Христе Боже наш. Головочку-то как приходит, держите, нет? Возлагается крест на раба Божия, новопросвященного Александра Ростислава во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Ризу мне подашь свету, одеяйся светом яко ризою, много милости ве Христе Боже наш. Он еще маленький пока, поэтому вы крестите. Сейчас пока крещение, а потом спрячьте. Да. На какое-то время, хорошо? Забыли через глазки. Все, бомба. Да, бомба. Да, классно. Благословен еси Господи, Боже Вседержителю, источниче благих, солнце правды, воссияй сущий во тьме свет спасения, явлением единородного Твоего Сына и Бога нашего, и даровавый нам недостойный блаженное очищение во свете и воде, и божественное освящение в животворящем помазании, и же и ныне благоволивый паки родите раба Твоего новопросвященного водою и духом, и вольных и невольных грехов оставления тому даровавый. Сам Владыка Всецарю благоутробный, даруй печать,
Тому и печать дара святого и всесильного поклоняем Его Твоего Духа, и причащение святого тела и честные крови Христа Твоего. Сохрани Его в Твоем освящении, утверди в православной вере, избави от лукавого всех начинаний Его, и спаси на Твоем страху, чистоте и правде, душу Его соблюди. Да во всяком деле Слой благоубождая Тебе, Сын и Наследник будет небесного Твоего Царствия. Яко Ты есть и Бог наш, Бог еже милуйте и спасайте, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Так, и сейчас совершим таинство миропомазания. Это уже не просто масло освященное, а святое миро, которое освящает патриарх только раз в году, который добавляется старое миро. И это сохраняется преемство. Первое миро осветили еще святые апостолы, ученики Христа непосредственно. Таким образом преподается вот та благодать, которую апостолы приняли в день Пятидесятницы, нашествие Святого Духа на апостолах. На каждое помазание печать Дара Духа Святого, а не 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 печать Дара Духа Святого, аминь. Печать Дара Духа Святого, аминь. Печать Дара Духа Святого, аминь. Закрывайте. И сейчас вместе с Петром мы трижды облачили свет. Александр, а ну-ка возьмите, это, берите ванночку. Это, так, а ты, Ваня, бери таблеточку, подвигай вот сюда. Чуть-чуть. Вот так, да, и второй ванночку. Там можно будет писать, обойдем? Да. И с креслами берите, Александр, берите ручное сосло и берите нижнюю вокруг купили. Сейчас иду. Ой, боже, какой воск. Осторожно. Сейчас.